Не знаю, как у вас, но я вижу, что мы примерно все ровесники, ну, примерно. Есть, конечно, гораздо более молодые дамы здесь, и, может быть, вы не застали эпоху всеобщего помешательства итальянской музыки, когда в 80-е годы итальянцы звучали из каждого окна, из каждой радиолы, из каждого магнитофона. Это было просто такое помрачнение всеобщее. Ну, почему бы и нет, красивая музыка. И в то время, конечно же, эти влюбленности, они все вспоминаются. Ну, не у всех, конечно, не у всех. Были нормальные люди, они слушали хороший рок-н-ролл, а я любил итальянцев. В общем, вот такая вот песня. Но... сейчас. Вот. Это еще одна песня про любовь, как вы понимаете. Только с небольшим итальянским акцентом. Ну, а, конечно, тут Италии нет поблизости, кроме музыки, которая обозначает эпоху. Тогда было лет по 20, мы пешком исходили почти весь город. У нее губы Йоханссон и готовность отдаться. У меня очки и гордо поднятый ворот. Я читал ей стихи, сочинял песни. Ей хотелось других откровений, что ли. Не дождавшись, на мне поставила крестик, на безымянный надев золотой нолик. Страдать и огорчать свою музу. Ей нужно для творчества быть счастливой. Влюбился в кого-то, стал наспех мужем, кое-как рифмовал и пел торопливо. А дальше, как водится, два развода. Мы с ней разлетелись по разным странам. Свободны вроде, да что свобода. Снова крестики-нолики и те же раны. Иронично и мудро, но когда мне на сердце совсем погано, она просыпается рано утром и звонит мне по скайпу из-за океана. Она говорит, все еще возможно, Бог с ним, с прошлым, любимый, живи настоящим. Не слышу, кричу ей, уши заложены. С возрастом это происходит все чаще.